И он просто взял и пописил. И описил мне все штаны и всю футболку. Вот, и когда я совершенно нелепо потеряла Эйвона, я была в крайнем просто шоке. Целая стая собак. Их было штук 5. И все они были вот такие гигантские. Хватает Софи сзади. Жуткий визг. Я, конечно же, пугаюсь, а она начинает убегать. Другая собака точно так же тяпает Эйвона. Я кричу, везде ищу Софи. Эйвон кричит у меня на руках. Одна моя собака умрет у меня на руках, потому что я не понимала, что с ним происходит. А Софи я навсегда потеряю. Привет, я Энни Мэджик, поздравляю вас с праздниками прошедшими, и сегодня я хочу рассказать вам факты об одной из своих собак Эйвоне, а также истории из нашей жизни, которые я никогда нигде не рассказывала, и вы о них точно не слышали. Факт первый. 6 апреля мы отмечали день рождения Эйвона. Ему исполнилось целых 7 лет. Подписывайся на мой канал, чтобы никогда не пропускать новые ролики. И начнем. С днем рождения, Ивасик. Эйвон самый старший из всех моих собак и единственный мальчик пока что. Я уже снимала факты о моем покемоне Юмичу и спасенной Мишаньке. А если вы хотите факты о Софи, первой собаке моего канала, и нашей кисе Алисе из канализации, то ставьте лайк, и я их сниму. Он породы чихуахуа. Его мама Молли приехала в Россию из Америки, а папа Христос вообще живет в США. Поэтому у него довольно редкий окрас для России, и называется он мраморный. По сути, Эйвон моя самая первая собака, не считая той, которая была у моих родителей, когда я была совсем маленькая. Эйвона мне подарили, и это был один из самых лучших подарков в моей жизни. У Эйвона черные подушечки лап, в отличие от всех остальных моих собак. У них либо розовые, либо бежевые. Давайте проверим, боится ли Эйвон щекотки. Судя по его виду, не очень. Эйвон, наверное, самый ленивый из всех моих собак. То есть, если его не разыгрывать, он может спать весь день. Эйвон, вставай скорей! Пойдем! У Эйвона, конечно же, много разных банданок и вообще одежды. Кстати, про одежду. На канале Magic Pets сегодня выйдет вторая часть показа мод. Весь гардероб моих питомцев и конкурс giveaway в нашем инстаграме. А на моем личном канале Annie Magic наконец-то тоже 1 000 000 подписчиков, и там вышел клип. Так что потом сходите и посмотрите. Я не придумывала ему имя сама, его так назвали еще при рождении в честь волшебного дерева из фильма «Аватар» Эйва. Мне показалось, что это интересно, поэтому я не стала его переименовывать. Но дома я очень часто его называю просто Ивасик. Посмотрите хорошенько на Эйвона и напишите, как бы вы назвали эту собаку, если бы не знали, как его зовут. Но с проблемой его имени я столкнулась только тогда, когда завела канал. Все стали меня спрашивать, ты что, назвала свою собаку в честь косметики Эйвон? Ну нет, конечно. Это одни из самых первых кадров Эйвона в детстве. Как вам кажется, он изменился или остался такой же? Эйвон знает много самых разных команд, и, возможно, я как-нибудь сделаю об этом отдельное видео, но мне кажется, что любимая его команда это «Дай 5». Дай 5! Дай 5! Любимые игрушки Эйвона это мячики. Он готов их гонять и грызть целый день. Именно поэтому я на день рождения ему подарила новые мячи. Смотрим, как Юмичу играет в волейбол, потому что не может никак поймать мяч, но очень хочет. В итоге Софи просто психанула. Зато после этого... А еще я научила Эйвона различать мячики и выбирать тот, который я прошу. Как-нибудь я сниму об этом ролик, а вот как я научила Софию Юми прибираться, на канале уже есть. Эйвон абсолютно не любит сидеть на ручках. Ну вот такой у него характер, то есть он может, но не любит, и я его заставлять не буду. Эйвон просто обожает тряпочки. Это так странно, из моих собак никто кроме него так не делает. Если он видит любую свободную тряпочку, даже мой носок, он всегда пытается устроиться как-то на ней, лишь бы не на полу. И если шарф упал, или шапка, или кофта лежат на полу, потому что я собираюсь отнести их в стирку, то вещь обязательно будет в его шерсти, потому что он покопает ее и устроится на ней. Посидеть или поспать, в общем, вы поняли.
если меня не будет рядом, то он может начать реально скулить, плакать, переживать, очень нервничать, потому что Эйвон очень чувствительный пес. Из всех моих собак он играет в основном с Афишей, со своей сестрой, и с Юми Чу. А вот с Мишей он, наоборот, больше как-то спит. Эйвон на самом деле не очень любит кошек. А вот с Китой Алисой у него сложились такие отношения. Он с ней не играет, с ней вообще, у меня такое ощущение, играет только Юми Чу Покемон. Они лучшие подружки. Но и при этом не особо обращает на нее внимание. Только если она сама не начнет его драть, а она может на него напасть в игре, он может сказать ей свое собачье «нет» и не общается с ней в основном. Эйвон, в принципе, уверенный в себе пес, то есть если куда-то прийти с ним, он не будет, как Миша, сидеть в уголке, он пойдет со всеми знакомиться или найдет себе место, где будет сидеть и наблюдать. Все это связано с тем, что Эйвон очень социализированный, то есть он с самого своего щенячьего возраста, и, Вась, смотри, сумка, он путешествовал со мной, и если он видит какую-нибудь сумку, он обязательно туда залазит, чтобы снова поехать в путешествие. Он с самого детства был со мной везде, в ресторанах, в кинотеатрах, он может лежать в этой сумке или где-либо в машине и ждать по несколько часов. Все это дело привычки, и если Эйвон реально видит где-то вот так вот сумку, он сразу же в нее залазит, даже если она не подходит. Я никуда не еду, Эйвон. И из-за этого Эйвон еще и общительный с другими людьми. И даже есть такой момент, от которого я его не отучаю, хотя знаю, что это не очень правильно, это то, что если он человека очень хорошо знает, и в том числе знает, что я к нему хорошо отношусь, он может даже напроситься к нему на коленки. Мы эту сумку не пользовались уже 100 лет, кстати, я тут поняла. Это не собачья сумка, если что. А еще у Эйвона есть такая черта характера, он не будет делать то, что не хочет ни за какую вкусняшку, ни за какое лакомство. То есть да, он любит покушать, но он независим от еды, он не пищевик. И он не будет какие-то команды выполнять за вкусняшку, то есть к нему нужно искать какой-то другой подход. Когда он был маленький, он один раз описал просто всю меня практически. Это было потому, что мы ехали на машине, и никак у нас не было возможности никакой остановиться, и ему пришлось очень долго терпеть, а он спал как бы у меня вот здесь вот. И он просто взял и пописил, и описал мне все штаны и всю футболку вот тут вот. Он смотрел на меня такими несчастными глазками, у него был такой виноват вид. Характерная черта Эйвона, которую, возможно, мало кто знал, это белая шерсть треугольной формы на шее, как бандана, платочек, который продолжается слева и справа и переходит на грудь. Так вот, к вопросу, теряла ли я когда-нибудь своих собак. Один раз в ужасно стрессовой, жуткой, страшной ситуации я потеряла Софи. А это как раз связано с нападением собаки большой, огромной на Эйвона. Я к этому попозже вернусь. А вторая ситуация, это когда я совершенно нелепо потеряла Эйвона. Он был еще маленьким, мы жили в однокомнатной квартире. И вот я выходила в подъезд ненадолго в коридор, и потом вернулась домой и никак не могу найти Эйвона. Я везде его искала, я его звала, обыскала просто каждый закуток, а так как квартира маленькая, ну просто его нигде нет. И мне приходит мысль заглянуть под одеяло, хотя оно абсолютно ровное, там никого не может быть, но он каким-то образом лег так рядом с подушкой, что я не поняла, что там какой-то есть бугорок, и когда я откинула одеяло, я увидела там Эйвона. Конечно же, я успокоилась, обрадовалась, и все закончилось хорошо. У Эйвона нет хвостика, есть вот такая вот только маленькая одна штучка, но это хвостом считать нельзя, и да, действительно получается, что он брак по породе, потому что у чихуахуа должен быть хвост длинный, вот такой вот, поэтому, конечно же, он не может участвовать в выставках и иметь детишек. Юми Чу, конечно же, не настоящий его ребенок, у него не было никогда в жизни щенков, потому что я его в раннем детстве кастрировала, и я считаю, что это ему помогло. Потому что на самом деле он испытывал какой-то гигантский стресс. Она начинает лизать своему папуле уши. Да, я считаю, что это помогло Эйвону именно после кастрации. Он стал обыкновенной собакой, какой был до того, как у него начался вот этот вот гормональный сдвиг. Очень мило и смешно то, что у Эйвона с самого детства такие мягкие складочки на подбородке, как у старичка. У Ивасика как бы голая грудь и животик, и практически нет шерсти. И кожа у него тут такая мягкая-мягкая, как бархатная. У Эйвона очень интересный и достаточно сложный характер. Конечно же, характер есть у всех собак, но если Юми, Софи и Мишу можно как-то охарактеризовать хотя бы там одним-двумя словами, он абсолютно разный. И я иногда даже говорю, что у него раздвоение личности. Может быть,
таким веселым, прыгучим душой компании, но иногда в нем включается просто какой-то зануда, старичок такой, который трусишка, все делает медленно, осторожно. Поэтому именно на канале Magic Pets он, с одной стороны, такой занудный папочка для Юмичу, а с другой стороны, такой Эйван Бро, рэпер, крутой парень, супермен, потому что у него реально есть какие-то прям две противоположных стороны. Кстати, по поводу голоса Эйвана, да, действительно, я озвучиваю его сама. Можно мне уже пойти и перестать тут сидеть, пожалуйста? Да, конечно, Эйван, иди. Сижу на коленках, как маленький мальчик. Мне вообще-то 7 лет уже. У Эйвана очень большие уши с самого детства. Так как всем своим питомцам я по традиции даю какой-нибудь цвет, у Эйвана это голубой. Я поэтому сегодня вот в такой вот кофточке. Все потому, что Софиша и Эйван были самыми первыми на канале, и у Софи, так как она девочка, был розовый, а у Эйвана голубой. Кстати, Софи и Эйвен брат и сестра, но не родные, как говорят, не из одного помета, а Софиша младше Эйвена. Американцы, которые познакомились с Эйвеном в Таиланде, сразу же прозвали его собака-липучка, потому что как только ты ложишься на кровать, он уже тут как тут, у тебя вот здесь вот под мышкой кладет сюда свою мордочку, и ты уже не можешь пошевелить рукой, потому что тебе обидно ему мешать и будить его, если он уснул. И да, очень часто Эйвен спит именно у меня под мышкой в кровати вместе со мной, как и многие мои собаки. Но это зависит от их настроения. Он обожает, когда ему чешут пузико или делают массаж. То есть он даже иногда сам может подходить, подставлять свою голову мне под руку, трогать лапой вот так вот мою руку, чтобы его погладили и почесали. Эйвен может спать и в открытом пространстве, и в закрытом, но больше все-таки он любит закрытые домики, чем открытые лежанки. За свои 7 лет жизни Эйвен практически ничем, каким-то там серьезным, никогда не болел. Но в последнее время у него начались проблемы с зубками, нижними и верхними, вот этими вот передними. То есть в целом у него зубы очень хорошие, потому что я постоянно за ними слежу и чищу и всем своим собакам зубы. Но нижние и верхние зубки вот здесь спереди начали немного пошатываться, и десны воспалились. И я узнала у ветеринара, что это достаточно распространено у чихуахуа, и для 7 лет у него очень хорошие зубы. Вот это черное, это загар на деснах, окрас такой же мраморный, как у него. А вот передние зубки, нижние и верхние, начали немножко шататься, и сейчас мы занимаемся их лечением. В отличие от остальных моих собак и многих маленьких собак, у Эйвена когти, как у большой крупной собаки, черные, плотные, твердые, и их очень тяжело стричь. У Эйвена с самого детства очень сильно слезятся глаза, и в принципе для породы чихуахуа это нормально, потому что у них глазные яблоки очень большие, такие выпуклые, и любая соринка, пылинка, ветерок может заставить их слезиться. А из-за того, что у него под глазками белый окрас, у него как бы образуются от слезок вот эти вот темные пятнышки. И я 7 лет с ними борюсь, что я только не делала. Мы принимали какие-то лекарства от этого, и обрабатывали, и промывали, но ничего не помогает. Правда, сейчас я обнаружила одну вещь, один способ, я его попробую, и, возможно, это поможет, но не факт. Часто спрашивают, нападали ли мои собаки когда-нибудь на кого-нибудь. Нет. А вот нападали ли на нас? Как-то нам так повезло, что особо в жизни таких ситуаций не было, чтобы на нас нападали бездомные или не бездомные агрессивные собаки. Но одна история действительно есть, она ужасная, страшная. Если сейчас вспомнить мои ощущения, я была в крайнем просто шоке. Мы тогда жили в Таиланде, у меня были только Эйвен и Софи, мы гуляли по пляжу. И в Таиланде так устроено, что домики, которые находятся на пляже, в них могут жить какие-нибудь собаки и, например, охранять эту территорию. Но чаще всего они не агрессивные, сонные, ленивые, под жарким солнцем тайским спят. Я шла с Эйвеном и Софи без поводков по той части пляжа, в которой мы уже не раз гуляли, и там никогда никого не было. И тут я увидела, что возле одного из домов спит целая стая собак. Их было штук 5, и все они были вот такие гигантские, потому что в Таиланде в основном все собаки произошли от породы ричбек. Поэтому у них такой как бы ирокез на спине и очень короткая шерсть. И вот я их заметила, и я уже не успела просто пойти обратно, позвать Эйвена и Софи. Не успела ничего, потому что все произошло в какие-то миллисекунды. Я увидела, как эта стая бежит просто на нас, причем не на меня, а на моих маленьких Эйвена и Софи. Я, конечно же, тоже бросаюсь на них с криками вот так вот, чтобы как-то их напугать, чтобы защитить. Поднимаю вот так вот руки, сделаю из себя опасный объект. Но одна из собак хватает Софи сзади за попу, за шерсть. Так собаки делают, когда не хотят укусить или убить, а именно хотят припугнуть, напугать, показать, что они здесь главные. Софи издает жуткий визг. Я, конечно же, пугаюсь, а она начинает убегать. Она со страху бежит вдоль пляжа, просто
бесконечность куда-то. И тут же происходит вторая ситуация. Другая собака точно так же тяпает Эйвона. Он вместо того, чтобы бежать, в отличие от Софи, падает, ложится на землю и начинает визжать и кричать так, как я никогда не слышала. Я реально в ту секунду подумала, что его укусили до крови, ему сломали лапу или еще что-нибудь сделали. Как-то я от них отбилась, люди вокруг, взрослые, тоже там потопали ногами, и они успокоились. Я подошла к Эйвону, который лежит на песке, визжит, кричит, орет. Я его схватила на руки и бегу с криками в поисках Софи. Я это сейчас так рассказываю, но на самом деле это все какие-то секунды, минуты. Я кричу, везде ищу Софи, Эйвон кричит у меня на руках, у меня такой стресс, у меня дрожат руки, это было очень страшно. Одна моя собака умрет у меня на руках, потому что я не понимала, что с ним происходит, а Софи я навсегда потеряю. Это был ужас просто, слезы потекли по моим глазам. Это сейчас я вспоминаю все это с улыбкой. В итоге какие-то люди по пути мне говорят, если это ваша была собачка, испуганная, она побежала вот туда, в тот отель. Я бегу туда с Эйвоном. Эйвон визжит на руках. Я не понимаю, что делать. Решаю сначала отнести Эйвона домой, а потом побежать искать Софи. А раз уж она побежала и забежала туда, на территорию отеля, то, скорее всего, ее там кто-нибудь увидит, она никуда не денется. Домик мой вот тут вот рядом. Я отношу Эйвона, кладу его и понимаю в доме, что с ним все нормально. Он перестает кричать, он встает на четыре лапы, он ходит, все хорошо. Никто ему ничего не сломал. То есть у него был реально просто шок. Он очень испугался, видимо, что кто-нибудь ему сожрет большой. Поэтому я, конечно же, оставляю его дома и бегу искать Софишу. В этом отеле мы искали ее минут 15. Она, видимо, куда-то спряталась и не хотела выходить. Настолько она испугалась, но в конце концов она вышла на мой голос от того, что я стала кричать очень громко. И это нормальная реакция собаки. Когда она меня услышала, она вышла, увидела меня, обрадовалась, обняла меня, расцеловала, поняла, что все хорошо, и боялась нечего, и мы отправились домой. Но ситуация была реально очень страшная, критичная, и как бы я ее сейчас не рассказывала вот так словами, этого не передать. Но, наверное, это была самая для меня такая страшная ситуация в моей жизни, связанная с собаками. По своей традиции, в честь каждого дня рождения своего питомца, я готовлю тортик своими руками, и сегодня не исключение. Я сделала, конечно же, для Ивасика его тортик. Я считаю, что у собак в жизни не так много радостей, как у людей. Всего-то прогулки, занятия с хозяином, общение, игрушки и еда. Поэтому я считаю, что вкуснятина может доставить собаке реальное удовольствие. Поздравляйте Ивасика с днем рождения и переходите по ссылочкам внизу на новые ролики на других моих каналах. И увидимся скоро. Пока!